Вот и пришло время познакомить вас со старой частью Малаки. И сейчас я направляюсь к так называемому Красному кварталу, который построили еще голландцы. И здесь находится Церковь Христа, площадь, знаменитые часы, а также еще очень известная достопримечательность. Сейчас вам ее покажу. Вот она. Это местные велорикши на своих велосипедах. Такие есть только здесь. Хотите экскурсию на них? Без проблем. 40 ренгиль и вас катают. Красный квартал, построенный голландцами еще в 17 веке и занимает совсем небольшую площадь. Во время правления Голландии это здание принадлежало голландскому губернатору. Ну а это Церковь Христа. Построена голландцами, когда они отняли Малаку у португальцев, и является одним из большинства видных ориентиров Малаки. Церковь Христа была построена в 1753 году в честь празднования столетия голландской оккупации. Интерьер собора имеет 200-летние скамейки ручной работы, декоративные фрамуги и мемориальные доски, которые чтят голландских солдат и местных жителей. Когда британцы приняли Малаку у голландцев, они добавили флюгер и колокол к Церкви Христа и преобразовали храм из протестантского в англиканский. Удивительно то, что весь красный камень во времена правления голландцев и постройки этого храма был доставлен из самой Голландии. В наше время храм действующий, и здесь проводятся службы. Любой турист может зайти в храм бесплатно. А такой вид открывается на площадь из дверей этого храма. Хотя Малайзия и мусульманская страна, но как видите, женщины здесь тоже работают в полиции наряду с мужчинами. Сейчас еще раз посмотрите на Красный квартал, который построили голландцы, и пойдем дальше. Здесь еще есть много интересных мест. На этом перекрестке находится китайский квартал старой части Малаки. И здесь же находится знаменитая улица Йонкер или Джонкер. В разных изданиях эту улицу называют по-разному. Историческая часть китайского квартала очень красива, но все портит современный асфальт и автомобили, которые здесь проезжают постоянно. А сейчас мы с вами находимся на руинах бастиона Виктория, который построен в 1641 году. Ну а сейчас перед вами руины Малакского порта во время правления голландцев. И он собой представлял небольшую крепость,
куда подплывали корабли. С тех времен остались эти пушки. По приезду в старую часть Милаки китайских туристов сразу же находится работа и для местных велорикш. Ну а это реплика реального судна Флора де ла Мар, построенного в начале 16 столетия и затонувшего через 9 лет в Малакском проливе. Галеон пошел ко дну из-за тяжелого груза, награбленных сокровищ. Рабочие создавали реплику корабля по сохранившимся копиям галеона. Морской музей Малаки был открыт в 1994 году. Общая длина судна достигает 36 метров, а ширина равняется 8 метрам. Если хотите, на судно можно подняться, но при этом придется заплатить за билет. Морской музей состоит из двух частей. Одна часть – это галеон, вторая часть – это современные виды вооружения и современная лодка. Сюда также можно зайти по одному билету. Ну а это популярный среди туристов аттракцион – башня Таминг-Сари. Она высотой 110 метров. Ну а сейчас немножко углубимся в историю Малаки. Ее основал малайский принц с острова Суматра в конце 14 века. В начале 15-го принц решил стать мусульманином и развил рыбацкую деревеньку в большой порт, который стал торговать с другими странами. Порт пытались захватить сиамцы, но отступили, и для защиты Малаки принц заключил договор с китайцами. В результате смешания малайской и китайской культур возникла так называемая перанаканская культура, которая распространялась по другим частям полуострова. Колонизация европейцами началась с португальцев, это было начало 16 века. Они захватили Малаку, султан пытался ее отвоевать, но безуспешно. Через 130 лет ее перезахватили голландцы и правили там еще 150 лет. Почему-то они не были заинтересованы в развитии Малаки и предпочитали развивать другой город, который впоследствии стал индонезийской столицей Джакарты, это остров Ява. В 19 веке в Малаке стали править англичане, но они ее не завоевывали, а выменили на свои территории на Суматре. В 1946 году Малайзия получила независимость, и Малака вошла в ее состав. Сейчас здесь живут примерно поровну малайцев и китайцев, индусов мало. А сейчас мы с вами находимся на рынке. Он разделен на две части, туристическую и часть рынка для местных. Это туристическая часть. А вот часть рынка предназначена для местных людей. Здесь продают рыбу, овощи, фрукты, все необходимое для жизни обыкновенного человека. Как видите, здесь запросто можно купить привычные нам овощи. Причем цены вполне адекватные. Так что приготовить оливье или красный борщ здесь можно без проблем. Не переживайте, местные кошку не едят, она просто спит. Если бы не автомобили и люди азиатской внешности, то запросто можно бы подумать, что находишься где-нибудь в Европе, скажем, в той же самой Голландии. Все очень и очень знакомо. Сейчас мы с вами пришли в китайский квартал, и эти фонари в чисто китайском стиле подтверждают это. Как видите, многие дома на своих стенах имеют рисунки, и это лишь улучшает их внешность. И что еще прекрасно в старом квартале, это то, что ни один дом не похож друг на друга. Ну и так как мы с вами находимся именно в китайском квартале, то
Китайских храмов здесь очень и очень много. Есть как знаменитые, так и незнаменитые храмы. Для начала мы зайдем с вами в совсем незнаменитый храм, который не обозначен на туристической карте, и посмотрим, что же там внутри. А внутри все довольно красиво, компактно и уютно. В момент моего прихода в храме находилось две женщины и я один турист. Женщины при этом покупали какие-то аксессуары и потом сжигали их в специально отведенном месте, ну а я это все снимал. Очень хорошо, что при входе в храм нет никаких ограничений в плане одежды. Как хочешь, так и заходи. А сейчас мы плавно из китайского квартала перейдем с вами в индийский. На ее территории представлен всего один индуистский храм, так как территория индусов очень и очень крохотная. И дома, как видите, тоже каждый индивидуальный. Если бы только не эти автомобили, было бы вообще все классно. Как вы поняли, мы плавно из индуистского квартала перешли в мусульманский. Мечеть тому свидетель. Так как в мусульманском квартале смотреть почти нечего, мы снова с вами перейдем в китайский. Это наиболее колоритный и самый большой квартал в чертогах старого города. Ну а сейчас мы с вами пришли к самому знаменитому китайскому храму. Он называется Ченг Хун Тенг. Он расположен рядом с индуистским храмом Шри Погьята Винаягар, который мы видели ранее, и считается самым старым культовым сооружением в стране. Постройка его датируется 1646 годом. Он также известен как храм Милосердного Облака. Этот храм посвящен Куань-инь, это богиня милосердия, и черная, золотая и красная одежды ее стоят в центральном молитвенном зале. Храм Ченхунтен был построен Чан Лак Коа. На сегодняшний день этот храм действующий, и сюда приходит очень много китайских верующих. Кроме того, так как храм очень знаменит, сюда приезжает много туристов. Но храм действительно красивый, и здесь есть на что посмотреть. Все внутреннее убранство храма вырезано из дерева, и это сделано очень и очень искусно. Ну а это надгробные стелы для людей, которые захоронены в этом храме. Это самый большой храм из всех, который мне удалось увидеть в Малаке. Ну а здесь хранятся поминальные таблички умерших. Здесь таких залов есть несколько. А эта зона храма сделана согласно фэншуй. С территории этого храма я увидел другой храм и решил туда тоже зайти. Как оказалось, этот храм уже современный, он построен совсем недавно. И еще одна новость, сюда, чтобы зайти, нужно снимать обувь. Я в шоке. Внутрь я не стал заходить, так как он мне не понравился. Старая часть города совсем не музей. И здесь все так же живут люди. В основном, конечно же, старики.
А вот еще один совсем маленький, но очень-очень красивый храм. Зайдем, посмотрим, что там внутри. Как говорится, скромненько, но со вкусом. И хотя территория старого города не очень-то и большая, здесь не надоедает ходить и один день, и два, и три. К тому же, каждый день вы будете замечать что-то новое, доселе невидимое вашему глазу. И это очень классно. Все портит только местный автотранспорт. Почему-то вся территория занесена во всемирное наследие ЮНЕСКО, но при этом транспорт плотным потоком стоит по всем улицам этой зоны. Хотя, например, в Гале, когда мы были, это на Шри-Ланке, транспорт полностью с дорог убран. И это довольно классно. А здесь ходишь и смотришь больше на транспорт, нежели на здание. И это очень и очень плохо. Такая же ситуация, кстати, и на острове Пенанг в Джорджтауне. Там тоже зона внесена в список ЮНЕСКО, и при этом свободно ездит транспорт. Может, когда-то в будущем это решится? Ну а пока что, к сожалению, все выглядит как-то так. Ну а это интересный маленький парк Таман Варисан с несколькими скульптурами животных и скульптурой любимого сына Малаки, доктора Датука Вира Ган Бун Леонга, которого считают отцом культуристов в Малайзии. Такие вот красивые деревья произрастают в этом парке. А сейчас пойдем со мной, и я вам покажу еще несколько знаменательных достопримечательностей Малаки. Правда, одних они разочаровывают, другие же рады тому, что увидели эти достопримечательности. А между тем смотрите, как местные красят свои дома. Еще одним историческим местом Малаки считается крепость Фомоза, или как ее тут еще называют, Порта де Сантьяго. Правда, от самой крепости здесь мало что осталось. Сегодня это лишь руины ворот, и то восстановлены, и несколько старинных пушек. Тем не менее, с этими руинами всегда очень много туристов. И заснять это место без туристов просто нереально. Я несколько дней подряд ходил сюда, и ни разу я не видел этого места без туристов. А сейчас мы вместе с вами поднимемся еще к одному историческому месту – церкви Святого Пола. Эта церковь – одна из самых старых церквей Малайзии, но, к сожалению, от нее остались только руины. И сейчас это исторический памятник, а никак не действующая церковь. Первоначально она была построена еще в далеком 1521 году португальцами. Как и большинство исторических зданий, церковь за время своего существования несколько раз меняла хозяев и название. А в период с 1567 по 1596 она даже успела побывать крепостью. Последние ее хозяева, британцы, сделали в 1824 году из церкви хранилище для пороха. Подъем на холм к этой церкви не слишком трудоемкий. И когда вы подниметесь, то открывается очень красивый вид на город и виден даже Малакский пролив. Ну а у подножия этого храма, как вы видите, разместился огромный туристический рынок. Здесь вы можете купить всякие сувениры, а также покататься на достопримечательности Малаки. Вот таких интересных велосипедах.